А я видео сделаю так. А вы стойте, не шевелитесь. Я вас снимаю тоже. Мы не шевелимся. Вот они, вот они. Паша, за фигурой надо немножко следить, наверное. Как в Астрахани-то за ней следить? Да, конечно. Ух ты какой! Ну-ка дай-ка я. Вот сюда, вот так, вот так, вот так. Это кто у вас? Павлик. О, Господи! Ничего себе! А, сделали. Фотошоп сделали такой. Понятно. Здорово. Ну, мальчики, вы молодцы. Да, да. Он тут всех сделал. Понятно. Покажи-ка тебя, тебя покажи. О, ты красивый, ты Дед Мороз. Да, ты шикарный. Говорю, Дед Мороз. Шикарный, очень красивый. Такой румяненький, красивенький. Да, да, бизнесмен, где он нужен. Ну ладно, все, ребятки, счастливенько вам. Вот, как трудоустроюсь, все, на рельсы встанет. Мы уже, надеюсь, со следующего месяца уже. А ты уже ушел оттуда, да? Ну, от Дениса, да, мы все расстались. Ну и ладно. Все. Ну и не надо. Все, пройденный этап, как бы, все. Ага. Ну ладно, ну все тогда. Предложение сейчас только остается доехать. Ну, уже сейчас поездку сделал. Вот, надо было и все привезти, ну, чтобы сюда. И давайте самому привезти.